Вот река Снежить. И как раз вот здесь, в этом месте, впадает река Вирья, или Вирей, как сейчас ее называют, на которой находилась мельница монахов. Это вот пуста у нас впадает. Здесь за деревьями как раз эта Вирья течет. Здесь кругом огромное количество разных санаториев, домов отдыха. То есть вот кругом лес, и вот написано, вот санаторий Дубрава, Ровесник, оздоровительный лагерь Юность, Белобережский детский санаторий. Это вокруг монастыря, это курортное место. То есть кругом санатории, дома отдыха, пансионаты, в том числе пансионат администрации Брянской области здесь. Вот здесь вот, вот здесь находится вот сейчас детский санаторий, он переехал сюда вот из монастыря, вот на эту территорию он переехал. А вот мост через реку Вилью или Вилейку. Вот сама речушка. Она маленькая. Вот я еду вдоль санаториев и пансионатов. Сейчас разъезд в одном из них, видимо, и детей забирают, поэтому здесь много машин, родителей. Вот такая живописная территория, живописное место, курортно-оздоровительное место. Тут сосновый бор кругом, очень полезен для людей, которые имеют легочные заболевания. Вот такая красота.